Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент, и это Star Wars The Old Republic, компания имперского агента. Мы продолжаем, и нас на этот раз занесло на планету Хот. Нам необходимо зачистить республиканскую базу с разведкой республиканской, естественно. Но для начала нам необходимо найти все эти помещения, и мы должны попасть вот в эту вот сюжетную локацию. Видимо, здесь мы получим какую-то информацию, брифинг. Так, сателлит потерян. Ваши люди что-нибудь знали? Узнали что-нибудь? А, Альфа-9. Это защищенная территория, ничего нету. Дание на номера. Возможно. Людские силы ограничены. Людские силы? Простите меня, капитан Лео Фюрф. Какой-то. Разведка и восстановление. Вы должны быть тот самый посетитель, как бы новоприбывший из разведки. Вы не выглядите довольно-таки-то счастливо. Нет, давайте-ка ответим. Именно. Шифер 9. Я прибыл исполнять свой долг здесь, чтобы увидеть адмирала Давоса. Сержант, отбой. Все. Какая-то операция шла на охоте многие годы. Каковы ваши дела с адмиралом? Погодите-ка, вы не авторизованы, чтобы это знать. Эта информация только для адмирала и только. Вам не повезло, он покинул базу 3 часа назад, 36 часов назад. Далеко куда-то ушел, в общем, чего вы ждете? Он, может быть, вернется еще через несколько недель. Мои, как бы, скажем так, главы разведки не будут очень рады это услышать. Возможно, вы, может быть, скажете главе разведывательной системы? Вы думаете, они смогут вернуться? Проверьте мои записи, я вам лоялен. Послушайте, возможно, там какая-то экспедиция была. Адмирал там отправился в какое-то на кладбище звездолетов. Пытался что-то запустить, но это была суицидальная какая-то операция, это все плохо. Республиканские командосы находятся на этой территории. Ваш долг помочь мне. Ожидаю вашу кооперацию, капитан. Карты, пайки, что угодно. Да, сэр. Сержант Тент. Капитан? Экипируйте нашего посетителя для путешествия. Ему потребуется помощь. Ладно, хорошо. Допустим. Тогда давайте двигаться дальше, в принципе, что я скажу. Отправляемся куда мы отправляемся? Вон куда нам надо двигаться-то. В принципе, не так-то уж и далеко, поэтому, естественно, я думаю, мы воспользуемся для этих целей нашим транспортом. Так, стой! Блин, уехал. Ладненько. Подождем тогда, будем ждать. А пока мы ждем, я думаю, самое время прочитать вообще, о чем у нас хоть речь. Нам надо зачистить республиканскую стратегическую информационную службу здесь на охоте и найти потерянный республиканский шаттл под именем Star Breeze. Как-то звездный не порыв, а как звездный ветерок, как-то так. Звездный ветерок, конечно, глупо звучит, но тем не менее, давайте-ка будем подниматься. Кстати, не за горами 37 уровень, естественно. Это очень здорово, ё-моё, нифига себе, тут у вас все как круто. Ладно, вот, выходим. Ну и куда мы направимся? А направимся мы вот сюда. Ну давайте тогда двигаться. Может быть, здесь какая-нибудь система быстрого перемещения позволит мне добраться побыстрее? Нет, побыстрее мне, конечно, ни хрена ничего не предложит, поэтому я думаю, придется нам все-таки самим рассекать эти бескрайние пустоши ледяные и надеяться, что мы не найдем врагов на свою задницу. Ну, вы гляньте, карта большая. Очень большая. Там еще какой-то бункер у нас есть, но нам туда не надо. Я думаю, нам не стоит даже выходить на дорогу, потому что всякое бывает. Обычно посты стоят на, скажем так, на главных дорогах, и поэтому нам лишний бой затевать, я думаю, ни к чему, учитывая, что у нас и уровень-то оставляет желать лучшего. Поэтому давайте-ка будем пока стараться избегать прямого конфликта, в конце концов. Наш персонаж разведчик, а не боец, как-никак. Супершпион, а не грубая сила. Поэтому хотя бы немножечку, да будем отыгрывать эту роль. Во, прибыли куда-то. А, так это наши. Ничего себе. А я-то думал,
Ну, давайте. Давайте двигаться. Что у нас здесь? А, понятно. Значит, где-то здесь какое-то место для экспедиции здесь что-то было, да? Ну, давайте поговорим. Так, пакуйте и готовьтесь, адмирал. Вы не должны беспокоиться. Нет, мы не можем ожидать. Ждать. Так, внимание, посетитель. Как всегда на грани, не думайте. Офицер, я адмирал Давос, командующий экспедицией. Вас здесь не ожидают. Рад видеть вас. Шифер 9, имперская разведка. Разведывательный агент? Конечно. Вас должны простить нашу осторожность. Ход очень опасное место, и совершать ошибки очень дорого стоит. Оружие сложить всем. У нас тут деликатная операция. Эти люди готовятся последовать за мной в гробницу к гробнице звездных кораблей. Я должен вступить к ним, получается. Министерство разведки сказал, что я должен помочь вашим людям, чтобы защитить интересы империи. Я вижу. Месяцы назад я как раз и просил об этом. Теперь я боюсь, это кризисная точка. Я не могу допустить дополнительный риск. Командор, разверните его. Скажите, что ему знаете. Потом убейте его. Чё? Нихера себе! Убейте нас! Нормально! Валите их нахер все! У нас, слава богу, хотя бы этот доктор в напарниках, монстр. О, все. Слушайте, попахивает предательством, я думаю. Так дело не пойдет. Ну-ка. Ну, вызывай ты по голокоммуникатору. Вы все еще живы. Не думайте вернуться на базу. Капитан Фурс ушел, и адмирал Давос вместе с остальными. Чё? Адмирал Даллас пытался убить меня. Что происходит? Нет времени. Ломается передача. Есть локация где-то за гранью Ледяного озера. Вы найдете там ответы. Координаты отсылают. Так точно. Я уже на пути. Да, чё-то как-то здесь все круто получается. Кто свой, кто чужой, кто предатель, кто союзник. В этой компании ни хрена не понятно ничего, поэтому нужно, как говорится, по большей части доверять только самому себе. Угу. Ну, давайте двигаться сюда. Что я скажу? Давайте двигаться вот сюда, посмотрим. Посмотрим, что у нас здесь. Тихо. Блин, куда двигаемся, хер его знает. Так, эти ребята... О, они опасные. Давайте-ка их объедем. Не будем завязывать с ними бой. Палатки. Вот, видимо, это ледяное как бы озеро, по всей видимости. О, исследователи арталанцы, коренные жители планеты Хот, вроде, если я не ошибаюсь, конечно. Что очень может быть. Ну-ка. Что у нас тут? Так. Аккуратненько, да ёлки-палки. Во. Что у нас здесь происходит? Опа-на, гигантский вампа. Не хотел бы я бы с ними вступить в ближний бой. Уж очень они опасны. Опа-на, смотрите. Чиз, командор Чиз. Я так полагаю, нам надо спуститься. И я так думаю, нам здесь... Надо немножечко исхитриться, потому что... Тихо. Их погнали, чтобы нас не повязали. А, тут все наши. Тут все наши. Нормально. Пассивку. Что я делаю? Что-то какую-то хрень использовал. А, щит вокруг агента. Кстати, давайте-ка переставим. Погодите, вот так. Во... Как-то лучше. Попали какую-то, я не знаю, базу чисов. Ну, в принципе, так она называется. Фригидная экспедиция. Забавное задание. Угу. Вот сюда. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну-ка.
Опа-на. А, секретная база, да? Это не так плохо, в конце концов. Так, сэр, простите, что не связалась раньше. Люди адмирала Давоса начали стрелять. Энзин Рейна Темпл. Защитные силы Чисов. Добро пожаловать на станцию Зеро. Так. Погоди-ка, скажи мне, что происходит. Я, как только я прибыл на Хот, мне лгали. Я хочу объяснений. Я планирую вам дать... Вы должны быть внимательны. Это совершенно секретная установка чисов. Наполовину какая-то особенная. Паранойя там что-то у всех. Но паранойя оплачивается. А это базовый, командующий базы аристократа Сагану. Храм говорит, высоко отзывался об имперской интеллигенции. Она сказала мне, что адмирал Давос как бы привел вас ко всему этому. И он пытался убить меня. Он приказал своим людям убить меня. Я хотел бы знать, почему. Мои агенты наблюдали за ним месяцами. Мы знали о его экипаже, команде, лояльном ему. И обо всем прикрытии. Позже он достал тяжелую экипировку, оружие, и отправился на гробницу вот этих вот кораблей. А вы угрожали его контролю. Но каков его план? Карьера адмирала, скажем так, не такая яркая. Возможно, там он что-то хочет найти, спасение, прототипы, технологии, данные военные. Я не мог туда пройти без имперской санкции. Дайте это, и мы сможем остановить адмирала Дауса и его планы вместе. Давайте выдадим ему, в принципе... Погодите-ка. Моя миссия — это найти корабль. Я пришел на Хот за одной вещью. Республиканский шаттл, который называется Старбриз. И мне нужно найти адмирала Давоса. Я вижу. Тогда мы должны разделить наши интересы, в конце концов. Белый Мау, пираты эти, контролируют острова между звездными кораблями здесь. И адмирал, возможно, отослал его людей. Моя разведка похоронила некоторые пайки. Мы не знаем, для чего это адмиралу, но если какое-то сканирование использовать, то, возможно, это сможет вывести на людей. Согласен? Может быть, чему-то и мы научимся. Мы приблизимся к нему. Здесь вот данные сброса. Свяжитесь со мной, когда вы проведете сканирование. И мы сможем найти наших людей. Ну, здорово. В принципе, неплохо. Ну, погнали, погнали искать, что я скажу. Давайте-ка. Давай-ка ты вот так вот. Значит, тут как-то у нас все довольно-таки нестандартно получается. Я что-то хотел сначала дать ему санкцию, но с одной стороны, зачем мне ему доверять? Вот, начнем хотя бы с того, кто он, что он. Я его вообще первый раз вижу. И вот так вот выдавать санкцию, я думаю, это было бы крайне неразумно, тем более для имперского агента. Угу. Ну, куда мы отправляемся-то? Погодите. А, нам нужно еще использовать... такси, чтобы добраться до сие чуда. Давайте-ка тогда используем наш транспорт. И попробуем выбраться отсюда. Хотя нет, смотрите, я почему-то их все по-прежнему за врагов принимаю. Но они нет, они союзники нам. Они нам союзники. Во. Погнали. Блин, как здесь классно. О, я еще и не один здесь разъезжаю. Конечно, ведь это же онлайн-игра. Еще бы я тут один разъезжал. Тут много людей обитает. Так. Давай-ка вот сюда. Так, погодите, эти ребята, блин, они опасны. Тихо. Не надо стрелять. Мне не хочется завязывать с вами бой. Просто доберусь до своей базы, сяду в такси и доберусь до места назначения. Угу. Вот, собственно, видимо, и наша база, да? Да. Это наша база. Ну, давайте-ка тогда воспользуемся услугами такси. Где они? Ага, вот они. И отправимся туда, куда нам нужно. Ага, нам надо вот сюда. Будем надеяться, что то, что мы ищем, где-то тут, как-то рядом. Заодно оценим местные красоты. Посмотрим, что здесь, как.
принципе-то здесь любоваться особо и нечем. Тут кругом один лед, снег, метель, мороз. И солнце. День чудесный, да? Какая-то труба идет, ё-моё. Тут еще вот по ним можно как-то забираться, и по-любому это выведет куда-нибудь в секретное место. По всей видимости, может быть, даже где-нибудь Датакрон валяться будет. Кто его знает? Нам надо сюда попасть. Ну, давайте воспользуемся нашим транспортом. В принципе, это не так уж и далеко. Вопрос только в том, мне повыше подняться или пониже? Хотя, я думаю, уже это не имеет значения. Ладно... Аккуратненько, тут у нас перестрелка идет. Я не буду ввязываться в бой. Мне этого не надо. У нас есть своя задача, которую мы должны решить. А остальное все вторично. Как бы. Слушайте, я смогу здесь проскочить? А-а-а! Сваливай! Сваливай отсюда! Ах ты, зараза! Все, это у нас мутировал. Мутировал у нас он. Нормально. Короче, пусть он там ведет бой, а я пока сюда убегу. И будем надеяться, что нас не замочит. Ну, того-то вряд ли замочит. Он у нас в монстра превращаться умеет, враг Гула. А наш главный герой может превратиться в мешок дырявый, да? От лазерных выстрелов. Поэтому нам лучше убежать. Так тебе. Давай, 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 давай. Так тебе. Вот, давай, прыгай на него. И еще раз. Во. Так-то лучше. Вот это другое дело. Вот это я понимаю. И что мы здесь ищем? Кстати, погодите. Так дело не пойдет. А какого хера он там бой завязал? Ё-моё. У нас здоровье не густо. Назад отступить. Слушайте, у меня прямо режим боя активен. И что мне делать? Что-то это вообще прямо не есть хорошо. Вообще не есть хорошо. Ну, сейчас его так просто замочит, и все. Давайте-ка хотя бы попробуем активировать. А не могу я ни хрена, понимаете? Я просто не могу. Это что за хрень такая? С кем я там бой завязал и... Непонятно, с кем дерусь. Ага, я не могу этого сделать во время битвы. То есть мне надо... Грубо говоря, по всей видимости, сдохнуть, чтобы я мог как-то это самое, да? Ну-ка, давай-ка хотя бы этого замочи. А может быть, пусть лучше он меня замочит, если уж на то пошло. А я как-нибудь попробую восстановиться. Угу. Неплохо. Это кто так сейчас заорал? Глазки жгутся, жжется. Давай, убивай меня. О, нормально так. Все, давайте-ка восстановимся. Слава богу, хотя бы здесь. А то что-то я сейчас так задумался. Нас сейчас как бы, как обычно, на пару километров отхреначит в другую сторону. И будем потом целый день сюда бежать. Так, давайте-ка, давайте-ка, уходим, 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 уходим. Даем пассивочку. И восстанавливаемся. Надо восстановиться. Так дело не пойдет. Ну-ка. Давайте-ка голокоммуникатор активируем. Во, ну. Сэр, это Инзин Темпл. Похоже, вы нашли полные украденные имперские там вещи какие-то. Похоже, их там охраняют пираты. Я полагаю, это какой-то подарок адмиралу Давоса, белому Мао. Он работает с пиратами? Вот почему нас покинуло. Я посоветовал бы продолжить исследование. С небольшой удачей мы сможем разобраться, как они связаны. И вы сможете отследить там все. Отбой. Ну, давайте подберем. Подберем давайте-ка. Ну-ка, что у нас тут? Похороненные во льду. Этот контейнер содержит оружие и экипировку, оставленную адмиралом Давосом и его людьми. Украсть... Так. А давайте-ка отследим. Локин это поддерживает. Ну-ка, давайте-ка отследим, что у нас тут. Есть отслеживающий сигнал. Принимаю. И... Второй у нас находится аж где-то здесь. Блин, а?
То есть нам тут надо сигналы расставлять, и тогда мы сможем найти. Ну, давайте хотя бы второй поставим, что ли. Главное сейчас вот опять в бой какой-нибудь не вляпаться, потому что сами видите, как бывает, да? То есть, вроде как бы бою завязываешь, а получается, что избежать его даже путем побега уже нельзя. Не знаю, может быть, это с последним обновлением такую хреновую фичу ввели. Но это не к добру, я вам скажу. Вообще не к добру. Ой, идите в задницу. Я сейчас, по-моему, завязал бой. Ой, бляха ты, муха. Давай, вступить в бой. Вступить в бой, говорю. Ну что ты стоишь? Так тебе. Есть. И еще раз. О-о-о. Походу там... Тихо. Есть. Давай еще раз. И еще раз. Давай. Есть, вали его быстрее, пока меня не замочили. А! Фу, пронесло. Еле-еле душа в теле. По крайней мере, пока. Че он там? Ага, он эту крутит. Я подумал, машет кому-то. Подумал, совсем сбрендил, да, походу? Агент наш. Так и знал. На этой службе у всех рано или поздно мозги плавятся. Ну-ка. Ага, вот сюда. И вот он еще один ящик. Ну-ка, давайте-ка активируем. Угу. И... Что у нас тут? Но? Это охотник Легат. Надеюсь, вы не одни. Сигналы здесь что-то не очень хорошо. Ардун КТ авторизован дать вам что-то. Вы нашли что-нибудь со Старобризом? Так, не подгоняйте меня. Если хотите, чтобы все было сделано правильно, мне нужно время, не мешайте мне. Вы не ответили на мой вопрос, теперь я должен заставить силой. Ключевое слово — анатофобия, команда. Дайте свой доклад о миссии. Вы опять не промили мозги? Я пришел, чтобы найти адмирала Давуса, который ведет Старбриз. Хорошо. Все становится легче, когда у вас нет выбора. Свяжитесь со мной, как только найдете шаттл. Наблюдатель отбой. Так, запах возмущения. Не стоит недооценивать его. Понятно, видите ли, да? То есть нас это отслеживают, и это на самом деле очень хреновенько. Ну ладно, друзья, думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим и продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Я с вами прощаюсь, с вами, как всегда, был Андрей Доцент, не забывайте подписываться, если вы все еще не подписаны. И если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно, а также, если вас интересуют другие прохождения на моем канале, включая прохождение за другие классы в игре Star Wars The Old Republic, то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами, рекомендую к просмотру, а также не забывайте заходить в группу ВК, все ссылочки снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока!